Проблема рисоводов решена. Они получили право на беспрепятственный вывоз продукции на экспорт. Но поволноваться пришлось изрядно. Напомним, Евразийская экономическая комиссия в связи с пандемией запретила до 30 июня текущего года вывоз из стран ЕАЭС в другие страны ряд видов продовольственных товаров, в том числе и риса. Областная палата предпринимателей поставила проблему перед центральным аппаратом «Атамикен». В результате рисоводы региона обрели возможность беспрепятственно вывозить рис на экспорт. Со стороны правительства была проведена работа в связи с запретом на вывоз 9 наименований товаров, в том числе кызылординского риса. Палата предпринимателей, Акимат, войдя в положение производителей риса, вышли на правительство. На сегодня на складах рисоводов около 190 тысяч тонн зерна. А сколько его непосредственно в торговых точках? То есть запасов для внутреннего рынка более чем достаточно. Наши предложения были приняты. Хозяйства теперь могут беспрепятственно выводить свою продукцию на экспорт.